Единая Россия приостановила членство в партии актрисы Натальи Дрожиной и ее мужа Михаила Цывина, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщил замсекретаря Генсовета Единой России Евгений Ревенко. По словам Ревенко, членство Дрожиной было приостановлено автоматически в соответствии с механизмом, который специально создан для случаев, когда на члена партии заводится уголовное дело. «Это общее правило, неприкасаемых здесь нет», — сказал Ревенко. Он подчеркнул, что партийный билет не может быть индульгенцией для совершения преступлений. Наоборот, членство в «Единой России» накладывает на человека дополнительную ответственность перед людьми. Актрисе не восстановят членство до тех пор, пока суд не установит, что она не совершала преступления. Если же по итогам судебного разбирательства Дрожину признают виновной, то будет принято решение о ее исключении из «Единой России». Наталью Дрожину и ее супруга подозревают в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова.